Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Среди многих знаменитых актеров сериала «Сваты» молодые таланты не затерялись. Зрители заметили юную Марину Сердешнюк, которая исполняла роль Кати Беркович. Девушке повезло, что она снимается в популярном сериале. Но следует отметить и заслугу самой Марины, которая упорно стремилась проявить себя в кинематографе. Будущая актриса родилась в простой семье 4 марта 1996 года в Киеве. С ранних лет любила участвовать в самодеятельности, еще в детском саду на утренниках получала главные роли. Решив сниматься в кино, Марина упорно ходила на кастинги, не отчаивалась, когда получала отказы, или в лучшем случае ей доставалось участие в массовке. Девушка верила в свою звезду, надеялась, что когда-нибудь ей обязательно повезет. Так и случилось. Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев пригласил юную киевлянку участвовать в прослушивании на роль Кати Беркович и сразу же утвердил ее. Стоило режиссеру увидеть совместную сцену Марины и Анны Кошмал, которая играет Женю Ковалеву в популярном сериале. Сердешнюк впервые появилась в 5-м сезоне «Сватов». Она с радостью окунулась в съемочный процесс, училась мастерству у своих именитых коллег. Подружилась с Анной Кошмал, и когда все серии были сняты, с грустью расставалась с группой и новой подругой. Прошло несколько месяцев, прежде чем Андрей Яковлев приступил к созданию очередного сезона сериала. Марина волновалась, что ее героиня Катя Беркович может исчезнуть из сюжетной линии. Но девушка напрасно переживала. Возникли сложности другого плана. Съемки очередных серий были приостановлены из-за возникших проблем. Сердешнюк печалилась из-за вынужденного простоя, но не сидела сложа руки. Начала осваивать современные танцы, участвовала в кастингах, снялась в военном фильме «На линии жизни». В 2020 году Андрей Яковлев приступил к работе над продолжением сериала «Сваты». Катя Беркович, которую играет Марина, вновь появится в комедийном фильме. Свою личную жизнь киевлянка предпочитает держать в тайне. Можно только строить догадки о ее возлюбленном, поскольку иногда в социальных сетях появляются фото девушки с симпатичным парнем. Чаще всего молодые люди фотографируются во время путешествий, ведь Марина любит бывать в разных странах, знакомиться с культурой других народов. А вам нравится эта молодая актриса? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться. Удачи!